Благословлены дети мои, живущие в мире и любви. Вырвались тогда из урагана с сломанными деревьями, попали, собственно, в снегопад. Особенно нравится Скуби-Ду. Скуб, тебе нравится Чебоксары? Посмотрите. Да, Скуби-Ду очень нравится Чебоксары. Вот так вот выглядят вечерние, красивые, наши любимые Чебоксары. Мы постоянно, когда не оказываемся в Чебоксарах, это то минус 24. Так, раз мы в Чебоксарах, мы решили пройтись. Просто вот, ну, простите за то, что у меня дрожит голос. Просто за окном 2 градуса. В прошлый раз, когда мы ехали обратно с Волгограда в Йошкар-Олу, мы попали в ураган. Это было в Мордовии. Давай встретимся фразами честными, задержками на двоих, губительная слабость на двоих, губительная радость, мурашки, босые ноги по холодному паркету. Мы постоянно, когда не оказываемся в Чебоксарах, это то минус 24, то это минус, или сколько сейчас градусов, 2, или сейчас 1 градус. Я говорю, сейчас будет момент, когда мы окажемся в этом городе, будет тепло. В прошлый раз мы в 12 ночи катались здесь на набережной, на колесе обозрения, на набережной, которая находится. Вот, сейчас я думал, то, что будет получше, но нет, короче, нифига не получше. Холодно, но красиво. Так, раз мы в Чебоксарах, мы решили пройтись. Просто вот, ну, простите за то, что у меня дрожит голос. Просто за окном 2 градуса тепла. Погода как бы... Летная, но не на улице. Вот так вот выглядят ночные, вечерние Чебоксары. Ночные я показывал в прошлом выпуске. Паша, Лена и Скуби-Ду идут замерзшие к памятнику Стелле. Как правильно, не знаю, сейчас посмотрим. Решили прогуляться раз здесь. Вот так вот выглядят вечерние, красивые, наши любимые Чебоксары. Мы здесь, когда проездом проезжаем, мы просто, ну, всегда, я могу теперь сказать, что всегда мы заезжаем. Особенно нравится Скуби-Ду. Скуб, тебе нравится Чебоксары? Посмотрите. Да, Скуби-Ду очень нравится Чебоксары. Так, вот мы дошли до памятника в Чебоксарах. Вот здесь вот, сори за то, что пальцем, благословлены дети мои, живущие в мире и любви. И вот такой вот у нас открывается вид на набережную Чебоксар, на Скубс Джаз. Скуганова. Черные глаза. Ну все, теперь можно домой. Ребят, ну что я могу сказать? Мы попали в прошлый раз, когда мы ехали обратно с Волгограда в Йошкар-Олу, мы попали в ураган, это было Мордовия, да, по-моему, Мордовия была, где, помнишь, лес валялся на дороге. Из плюс 27, из вот плюс 27 едем. Мы попали, короче, ребят, 8 сегодня, да? 8 мая мы попали просто в снегопад. 8 мая, снегопад, вырвались тогда из урагана с сломанными деревьями, попали, собственно, в снегопад. Ну что, едем домой. Дом встречай.